Вы снова на канале Хитсад ТВ. Добрый день! В этом видео мы поговорим о комнатном растении драцена, которое похоже на маленькую пальму. Она прекрасно оформит холл или гостиную. Драцен растет достаточно медленно, 10-15 см за год, но может достигать метровых размеров. Оптимальная температура для роста драцена зимой и летом 18-23 градуса. Зимой, если не поливать, растение выдержит и 13 градусов тепла. Поливать драцену следует под корень. Летом более обильно 1-2 раза в неделю. Зимой достаточно 1 раза в неделю. Но помните, что переувлажнять и пересушивать почву тоже не стоит. Поговорим о пересадке драцена. Берем горшок больше по диаметру. Дно обязательно кладем слой дренажа в толщину 1 см. Смешиваем универсальный грунт для комнатных растений и перлит в одинаковых пропорциях. Аккуратно вынимаем растение из этого горшка, помещаем сюда. Грунт не стоит уплотнять, чтобы вода не застаивалась в нем во время полива. Теперь про удобрение. Подкармливать нужно в тот момент, когда появляется новый лист у драцена. Можно использовать обычное удобрение для декоративно-лиственных растений в жидкой форме, либо специальное удобрение для драцена с полным составом микроэлементов. Поливать драцену следует под корень. После пересадки более обильно, в дальнейшем умеренно. Опрыскивать драцену ни в коем случае нельзя, потому что в листьях скапливается ненужная жидкость. Все готово. До новых встреч!